В Москве состоялся молодежный всероссийский турнир по греко-римской борьбе. Всероссийский турнир собрал талантливую молодежь практически из всех регионов нашей страны. Не без успеха прошли его и представители Донской школы. В своих весовых категориях лучшими стали Артур Лобазанов и Мартирос Атаманин. Серебро у Андрея Буланова. Также в активе нашей команды 4 бронзовых награды.